Пирокинезис. Нет, ложка опоздает. Фит с какой-то другой исполнительницей. Как играется? Играется пятая струна, четвертая струна, третья струна, пятая струна, четвертая, третья, пятая струна, четвертая. То есть эта конструкция съезжает на до седьмого лада, указатель на седьмом ладу, безымянный на девятом ладу, четвертой струны и мизинец на четвертой струне, или не третьей струне, девятый лад. И играется точно так же. После играется, вставится конструкция, как будто бы F, только без указательного пальца. И играется пятая струна, четвертая струна, третья струна, снова играется пятая струна, четвертая, но третья уже на первом ладу. Безымянная отпускается. Потом снова пятая. Снова четвертая. И снова третья, но опять уже на втором ладу. Снова пятая. Снова четвертая. И опять третья, но опять на первом ладу. И снова пятая. Потом четвертая. Потом третья. И опять четвертая. И то есть... Снова к первому, первой конструкции, и играется точно так же. Второй. Дальше ставится так. Указательный палец на пятую струну, второй лад. Средний палец на четвертый лад, четвертую струну. Безымянный на четвертую, а третью струну. И мизинец на вторую струну четвертого. Играется пятая струна, четвертая струна, вторая струна. Снова пятая, четвертая, вторая. И, ну и вот так. Три раза. Выглядит это вот так. Все вместе.